вперед головой. Поехал. Вперед ногами. Заднюю поехали с бедра. Наклон впереди стоящей ноги. Почувствуйте заднюю. Легкое натяжение и меняем исходное положение. Вращение руками вперед и назад. Вперед и назад. Отлично. И попеременно сгибание бедра. Отведение бедра. Виртуал следует сейчас национальная сила Валентина Скинзова. Понял!
Колес нас дуже уростали. Хорош! Первый тайм, почему, как думаешь? Да, спасибо за поздравления, спасибо за награду. Не знаю почему, но Литва играла дома, я думаю, не помогали трибуны. Мы как-то так, можно сказать, вяло сыграли первый тайм. Мы зарядили в перерыве очень прилично, и второй тайм, я думаю, получился совсем другой. Что помогло перевернуть игру? Как, ну, какой момент? Нас зарядили в перерыве, сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались это сделать, шли в прессинг и удачно забили мячи. Ты мог хэт-трик оформить сегодня, почему не стал бить, а пропустил? Ну, два гола и так забил. Хотел сыграть на партнера, но передача не дошла. Всегда приятно забивать за сборную, это мои первые мячи, так что я очень рад. Михаил Михайлович, поздравляю с победой. Прежде всего, прокомментируйте сегодняшний матч. Спасибо большое за поздравления, но очень тяжелая игра. И мы совершенно не удовлетворены тем, что происходило в первом тайме. У нас совершенно ничего не получалось с точки зрения организации игры, качества игры, и поэтому нам пришлось в перерыве достаточно серьезно поговорить с командой, как с точки зрения психологии, так и определенных тактических нюансов. Поэтому я считаю, что второй тайм команда провела с хорошим посылом, с хорошим настроением. Понятно, что поле многие вещи не позволяло делать, да, но оно было одинаковым для всех, поэтому здесь как бы пенять не на что. Но хорошие моменты были и хорошие комбинации, после которых мы забили мячи. Поэтому команда хорошо перестроилась и по заменам. Ребята очень усилили игру, вышли. Вот, добавили скорости, динамики. Ну и вообще совершенно по-другому мы провели второй тайм. Поэтому здесь, если за первый тайм я ребят наругал, так скажем, да, и мы очень, я, как я уже сказал, даже очень серьезно поговорили, да, в перерыве, то за второй тайм можно поставить хорошую оценку и поблагодарить их за ту отдачу, те действия и тот результат, который мы добились.